Миша, привет! Сегодня я буду показывать вещи, которые мне нравятся из дома. Поехали! Первая вещь будет вот эта. Это моя любимая малышка. Брелок. Пушистенькой. Такая. Сапочка. Только у меня уже бомбочка какая-то оторвалась. Просто играю. А там пончик оторвался. Слушайте. Это такая сумочка. Пинг-понг. Ну, там кое-что, что я вам покажу потом. Вот она пустая. У меня будет одна вещь, которую я вам покажу потом. Сумочка пинг-понг. Ее также можно сделать, чтобы она была большой и маленькой. Ничего. Словарь по-английски. С мамой там уже пытались с помощью него перевести текст. Я долго не могла найти слово, и поэтому у меня не получилось. Давайте следующее. Вот это то, что я доставала из сумки и сказала, что я буду потом это показывать. Это смуш-муш. Он меняет цвет в льду. Лед я сейчас не могу очень быстро сделать. Придется ждать, вам будет. Ну, не ждать, я могу просто поставить на полу. Но мне-то долго будет ждать. Он пахнет. Муж и даже подписано. И следующая вещь. Это вот такая книжка. Ее, конечно, не читаю. Видите, сколько там большая шрифт. Там, сейчас скажу, там 180 глав. Не понимаю, откуда там было бы 180 глав. Дальше. И все это. Погодите, где там еще? Не знаю, как вам это показать. Я не люблю этого карту. Это детская игрушка. Шучу, буду. Всем. Я боюсь смеяться. И не надо, мне Дед Мороз такой принес. Вот такой. Здесь, собственно, доставать мы, кстати, не будем. А шарики там. Ну и летняя одежда. Ну, это было, наверное, в этом декабре, да? Сейчас весна только. И какое снегище, сейчас я вам покажу. Вот, посмотрите. Видите? Надеюсь, вы увидели, я просто снимать не могу. Хорошо. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока. Увидимся скоро.